Всем привет! Сегодня решил записать короткий видосик. В нете появились новые картинки, грядущие обновы. Обнова будет интересная, будет новый герой, скорее всего, и будет три новых скина, как обычно. И я еще дополнительно надеюсь, введут новый остров, где у нас будут новые герои, и мы сможем прокачать судьбу каким-то новым героям и посмотреть, ну, желательно, чтобы это были какие-то бафера, ну, это будет, думаю, интересно для всех. Так, первая картинка у нас будет вот такая вот, The first update of, ну, этого года is right around the corner, то есть, ну, это первая обнова, и мы приготовили для вас небольшую загадку. Какие герои получат новые скины, ну, угадайте это. То есть у нас будет 100% 3 новых героя со скинами, ну, я не знаю, какие, или из последних героев, или с старых героев, ну, посмотрим, это интересно. Посмотреть будет, какие статы все-таки будут давать, тоже плюс 400 атаки, либо будет, как у тыквы и душегуба, плюс 50 тысяч силы, ой, говорю силы, тьфу, ты уже, уже 4 утра, 5, уже спать охота, решил все-таки записать, плюс 50 тысяч жизней и уклонения. Ну, посмотрим, думаю, будет интересно. Также у нас будет интересный новый герой, вот он так выглядит. Они спрашивают, угадайте, что ему не хватает. Скорее всего, я так думаю, это будет какой-то маг с какими-то специфическими умениями, не знаю, или воздушный, или молния, ну, что-то такое. И тут появились уже картинки, что ему не хватает. Вот первая картинка, ему не хватает тунца. Не знаю, ну, смешно, смешно немножко выглядит. И еще одна есть... Сейчас открою. Вот с таким вот бананом. Посмотрим, что будет за герой. Надеюсь, он будет тоже интересным, будет бездонатным. Все смогут его получить. Не так, как с питомцем, что он в основном за донат, и бездонатные игроки его не смогут в ближайшем времени прокачать. Сам по себе питомец очень кайфовый. Ну, посмотрим. Также есть информация, что у нас будут изменения по поводу трансляций. Свитгеймерса, скорее всего, будут внедрены в игру трансляции. Посмотрим, это тоже довольно-таки интересно. Можно будет большее количество народа собрать. Будут более интересные стримы. Будет больше трэш-контента. В принципе, все. Всем желаю выбить в обнове нового героя. Не знаю, какой он будет. Надеюсь, мы его протестим сразу же по максимуму. И сможем уже тогда точно сказать, стоит ли его выбивать или вообще качать. Все, всем пока, всем как обычно по Некросу, по Вальтору, побольше самиков. Надеюсь, вы смотрели сегодняшний стрим ночной, где мы ролили. Роллинг был очень кайфовый, мне очень понравилось. Единственное, жалко, конечно, что мы Николаю не выбили Вальтора с бесплатных, ну, с бесплатной акции, но зато, блин, героев самых топовых повыбивали. Все, всем пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки.